Итак, здравствуйте. Сегодня мы поговорим про такое, вот про вот эту игру, якобы заработком денег. Так, надо сразу звук открыть. А, сейчас прогрузится. Так. А то не хочу, чтобы музыка играла. Итак, что тут надо делать? Как обычно, говорят, собирайте фрукты, овощи и получайте денежку. Ну и якобы тут не обязательно смотреть рекламу. Ну, то есть вы будете ее смотреть по-любому, чтобы быстрее урожай рос или еще что-нибудь. Но реклама здесь, как вам сказать... А, кстати, вот такой бах и тут есть, что лишняя клубника или что-нибудь собирается. Ну, как бы вы будете все равно смотреть рекламу, потому что вот, чтобы ускорить урожай, надо... Так, сейчас. Но тут реклама почему-то не всегда идет. Вот. Итак, что я хочу сказать. Значит, по поводу вывода средств. Киви или Сбербанк. Сначала я выбрал Киви, но я не мог понять, почему идет вот провал. Я указывал, как положено, плюс 7 и пошел номер. Потом я подумал, ладно, это было неправильно. Потом я подумал, ладно, плюс 7 уберу, просто номер оставлю. Стал провал идти. Оказывается, надо было ставить 7 и номер. И вот я смог вывести раз, 3 рубля мне вывели без базара сразу буквально. Они говорят 14 дней ждать. Вот посмотрите, 1000 рублей я жду с 30 декабря. А 1500 с 3 января. И ничего. Вы скажете, ну напиши в поддержку. Так, а где же тут поддержка у нас? Смотрим. Пользовательское соглашение пустое. И политика... Ребята, это лохотрон. Они вам для начала выводят по 1 рублю, а потом кидают вас через плечо. Так что не ведитесь. Это лохотрон. Спасибо за внимание. Пока.